горловчане и гости нашего города. 69 лет назад, в трудном послевоенном времени, в 1947 году, было принято решение высшего руководства страны о праздновании в последнее воскресенье лета профессионального праздника горняков. С тех пор он стал одним из самых почитаемых в Донбассе, в родной Горловке, а сегодня в нашей молодой Донецкой Народной Республике. Торжественное собрание, приуроченное Дню Шахтера, открывается гимном Донецкой Народной Республики. Рад присутствовать на сегодняшнем мероприятии. К сожалению, украинская армия не дает нам праздновать наши праздники, жить нашей жизнью, которой мы привыкли всю жизнь жить. Сегодня, к сожалению, погибли двое наших горловчан, две женщины. Но жизнь не стоит на месте, она продолжается. Вы продолжаете работать, вы продолжаете выполнять свои трудовые обязанности. И я очень горд, что я родом из шахтерской семьи, у меня шахтерское образование. Я чувствую себя частицей вас, потому что, глядя на вас, понимаю, что мы не просто так родились на этой земле. И каждый шахтер, каждый представитель этой профессии, каждый день доказывает, что он первый во всем и лидер во всем. И в работе, и в жизни, и, как, к сожалению, показали последние 2,5 года, и в войне тоже. Поэтому здоровья вам всем, счастья, благополучия и, главное, мира. С праздником! Приказом Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики номер 81 от 19 августа 2016 года нагрудным знаком «Шахтерская слава первой степени» за долголетний добросовестный труд, личный вклад в обеспечение жизнедеятельности предприятия, а также в честь профессионального праздника Дня Шахтера награждается исполняющий обязанности генерального директора государственного предприятия «Артем Уголь» Николай Владимирович Щиголев. Уважаемые горняки, труженики и ветераны угольной отрасли, от всей души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником День Шахтера. Для многих жителей города это главный трудовой праздник в году. Слова «Горловка» и «Шахтер» давно слились воедино. Уверен, что многие из присутствующих здесь в зале родились и выросли в городе Горловка, в городе угольщиков, профессия, которую выбирали всегда смелые и храбрые люди. Уже 2 года, как мы встречаем этот праздник в условиях проведения боевых действий на территории нашей родной земли. И тем не менее, я выражаю искреннюю благодарность тем горнякам, которые, несмотря ни на что, не оставляют своих рабочих мест и выполняют свои должностные обязанности самоотверженно и профессионально. Из положительных моментов работы предприятия в этом году я хочу остановиться на том, что, несмотря на трудное время для нас экономическое, мы изыскали возможности и открыли в этом году базу отдыха «Уголек» в поселке Седово. Генеральному директору Донецкой государственной академической филармонии Александру Александровичу Порецкому. Добрый день! Спасибо, Антон, спасибо большое. Здравствуйте, дорогие друзья! Я, прежде чем высказать свои слова поздравления, хочу пригласить на эту сцену в подмогу себе музыкантов легендарного академического симфонического оркестра имени Сергея Прокопьева.
Сегодня несколько десятков самых лучших музыкантов Донбасса приехали к вам, дорогие друзья, чтобы поздравить с наступающим Днем Шахтера. Управлять оркестром и радовать вместе с оркестром и солистами вас. Итак, на сцене лауреат международных конкурсов Владимир Заводиленко. И академический симфонический оркестр имени Сергея Прокопьева.